записываете, да? Так. Продолжит сейчас. Привет тебе, дорогой Константин. Привет. Здравствуйте, Хасан Магомедович. Очень рад нашей встрече. Я смотрю, у тебя наша эмблема школы висит. Хомотурус, да. Человек летающий, упражнение полет. Звезды над нами и космос внутри нас. Да и книжки мои стоят у тебя, смотрю. Да, да, я собрал уже почти коллекцию. Ну да, ну, надо еще, чтобы ты дособрал, я тебе пришлю в подарок. Каких-то там у тебя не хватает многих книг, я тебе пришлю. Костик, что ты хотел сказать? Я, конечно, официально подтверждаю, что ты мой ученик как специалист. Я всех, которые лично у меня проходят подготовку, продвигаю. Вот таким, например, роликом или делаю дарственную книгу и там пишу, чтобы могли подтвердить всем. Вот, это мой ученик. Потому что сейчас очень много людей, я даже смотрел несколько дней назад ролик есть какой-то, и какая-то есть программа, которая называется «Метод ключ». Я ее открыл, а там совсем не ключ. Уже начинают этим так. Поэтому каждый специалист должен предъявить или удостоверение свидетельства, что он у меня прошел с моей печатью, или книгу с моей печатью, с моей подписью, да, чтобы люди знали, что это просто не туды-сюды, как говорится, потому что очень много людей сейчас, ну, зарабатывают. Понятно. Ну, бог с ним. Это обычная история для интернета. Значит, Костик, расскажи, я после того, как посмотрел твое видео, я очарован был, когда ты поезд мечты свой сделал. Да, это вот очень часто так происходит. Вот когда я стал изучать метод ключ, очень часто со мной стали происходить такие вещи, что я вот, ну, обычно какой-нибудь момент происходит, и образ целый... Целый образ, как изобретение какое-то, что ли, идеи эти стали появляться. И я понял, что на самом деле я в детстве всегда вот любил все разбирать, там, что-то, какие-то детали друг с другом составлять. Это я сейчас уже понял, что это как раз-таки именно и было вот то самое мышление изобретателя. Только за, ну, за долгое-долгое время оно потом подзабылось, но когда я начал пользоваться методом ключ... Это важный момент, то, что ты сейчас сказал, потому что мы все... рождаемся творцами и изобретателями, и поэтами, и художниками, и музыкантами, а потом мы как-то забываем об этом, или нас переучили мыслить шаблонами. Да, 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 именно так. И вот изучая метод ключ и применяя это, оно действительно все это вот развивается постоянно. И я стал замечать, бывает такое даже, что я прям среди ночи просыпаюсь, вот как было сегодня. Вот вчера мы с вами поговорили, а сегодня я проснулся там в 4 утра. И, ну, я долго думал, о чем мы будем, как разговаривать. И мне вот прям идея вот эта вот пришла опять среди ночи. Я сразу записал там по пунктам некоторые моменты. Вот помните, я вчера вам рассказывал то, что вот у нас город... Я из Ростова-Великого. Это не Ростов-на-Дону, а он между Москвой и Ярославлем находится. 200 километров от Москвы, 60 километров от Ростова. И то, что сейчас, я вот посмотрел еще более точную информацию, действительно, сейчас на Ростов-Великий направлен такой проект. Хотят сделать духовный центр России. Там очень много денег выделено на это, на то, чтобы сюда большой поток туристов направлялся. Тут я подумал, надо создать здесь вот этот вот такой вот центр ключ. И ведь сюда будут ехать люди со всей страны, и здесь, если создать вот это вот и их обучать, они потом обратно к себе уедут, тем самым это распространится. А я тебе сейчас, ты мне пришли этот email-почту, номер, а я тебе пошлю все подтверждающие документы, что метод утвержден Минздравом, рекомендован Минобразованием, что он медалирован, что там есть очень много почетных грамот и много отзывов и заключений официальных. Вот, это замечательно. От больших институтов академических, от больших институтов, чтобы у тебя был пакет,
и когда ты будешь предлагать свою программу, ты сразу раз развернешь этот пакет, и все сразу согласятся и утвердят твою программу. Давай, давай. И вот я вот, ну, думал, да, размышлял, что это физически будет, ну, такой центр. Хотелось бы, конечно, чтобы это было такое, знаете, старое купеческое здание. У нас таких здесь полно, которые прямо просто, ну, в разрушенном состоянии находятся. Но сейчас с тем, когда будет этот проект, ну, вообще вот этот духовный центр, это все будет реконструироваться, и, возможно, когда-нибудь какой-нибудь инвестор появится, и это все организуется. И направление, да, вот в этом центре, вот три основных направления, ну, вот помимо того, что обучение туристов, да, три основных еще ответвления – это вот ключ в сад, ключ в школу и ключ в завод. Вот, как я считаю, три самых важных элемента, где нужно ключ преподавать. Это как-то, ну, не, может, не обязательно это прям в детском саду это будет проходить, а именно, ну, для возрастов, для малого, среднего и старшего возрастов, чтобы получалось так, что когда они все вернулись, там, ребенок из садика, там, старший из школы, муж, жена там с работы, и получилось так, что они все одновременно узнали. Ну, не, ну, может быть, не одновременно, потому что одновременно это, ну, очень сложно, конечно, сначала на данном этапе будет, а потом по мере расширения. Для маленьких детей ты покажешь то, что Шейла, дочка, показывала в детских садах, показывала прием шалтай-болтай, и прием, они так, дети это любят. Да. Там есть, Шейла занималась с большими группами, и там были дети, ну, писались ночью или еще что-то. Они переставали писаться. Ну, вот это очень важно, чтобы нервная система у них лучше работала. А тем, кто постарше школьникам, уже для того, чтобы они могли, ну, наверное, многие уже видели азбуку саморегуляции для детей, их родителей, педагогов, которую мы делали с Андреем Локотошем еще много лет назад. И там это, на этом видео, как старшеклассники, и учителя, и педагоги, и директор школы там применяли приемы. Там уже другой уровень приемов. Ну, ты все это знаешь. Как... Да, я смотрел, конечно, все это. И вот на данном этапе понятно, что это, ну, сложно будет и по ресурсам, и по всему, но я думаю, это все получится, потому что вот этот проект, который ростовские ремесляшки я придумал, тоже с помощью метода ключ, в скором времени тоже начнет давать результаты. А ты скажи про него подробнее чуть-чуть, чтобы все знали, эти ремесляшки, это очень здорово. Я у себя ВКонтакте метку поставил, чтобы сразу было в моем профиле, сразу было то, что ты там ремесляшками занимаешься. Ну, скажи два слова об этих ремесляшках. Кстати, тоже я все это придумал благодаря методу ключ. В какой-то момент мы просто вот с сыном ходили в магазине, и он увидел там деревянную игрушку, и такой папа говорит, купи. Я говорю, ну зачем, у нас же есть мастерская. Я потихонечку начинал себе мастерскую по дереву делать. Тоже, это тоже, если отмотать назад, тоже благодаря методу ключ, потому что я все время хотел, мечтал о ней, но мне казалось это сложным, а где я там возьму, что я куплю там. И, ну, были такие некоторые блоки. А потом с помощью метода ключа я все это начинал снимать, и все больше цели стали расти. Это помогает решать задачи, до которых руки не доходят, а то вдруг раз и доходят, получается. Да. И вот название я тоже вот с помощью метода ключ все это. Я ходил на работе и думал, нужно, я поставил себе задачу придумать такое название, чтобы оно было настолько оригинальным, чтобы оно было первое в поиске, когда вводишь его. И ходил, такой думал, чтобы такого придумать. А я начинал вот эти вот деревянные коняшки делать. Я ходил, такой думал, коняшки, ремесляшки, ростовские ремесляшки. Ремесляшки, понятно. Потому что ассоциации сразу, вот дело, что помогает с помощью раскрепощения. Это новичок, если смотрит наше видео, чтобы он понял. Дело в том, что есть упражнения хлёст, шалтай-болтай, лыжник, там, легкий танец, плавательные движения, там, или там играть на барабане. И каждый должен подбирать себе то, что ему в резонансе подходит.
И это снимает зажимы нервно-мышечные и открывает свободу для потока ассоциаций. Если вы о чем-то думаете напряженно, пытаетесь ответ найти или что-то изобрести, контент, проект или что, вот свободный поток ассоциаций тут же быстро помогает. Вот как раз таки Константин об этом рассказывает. Чтобы понятно было, я просто комментирую. Да, 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 все верно. И вот придумал этот проект, и он потихонечку начинает развиваться. В дальнейшем я хочу, чтобы он, ну, когда разовьется, кому-то этот проект просто передать, и чтобы уже дальше кто-то занимался. А я постоянно, ну, вот стремился, конечно, на первом месте это вот улучшение и вот, ну, создать центр, вот этот метод ключ. Ну, на самом деле, вот это для меня самое главное, самое важное, я считаю. Потому что было много, вот до метода ключ, когда я, ну, еще не знал метода, это метод ключ узнал я в 2018 году, 3 года назад. А до этого я все искал, тоже разные какие-то техники, то там йогу занимаюсь чуть-чуть, ну, так, потом там шаолиньских монахов, цигун там, но все это я искал чего-то другого. И вот когда нашел метод ключ, я вот понял, все, вот точно, это именно то, что есть. И вот с тех пор каждый день, не было ни одного такого дня, чтобы я не думал о том, как что-нибудь еще изучить, там, как это продвинуть, как не было ни одного дня, чтобы я не помнил про метод ключ вообще. Это, ну, насколько меня это вот затянуло, что я понял, что это действительно, это надо вот. Я хочу тебе сказать одну вещь. У меня там в комменте написали в поддержку нашей школы, что, конечно, этим надо заниматься с упорством и регулярно. А я как раз там ответил своим комментом, что это нет, а то люди не так поймут. Жили нормальной жизнью, теперь живите с методом. Наоборот. Это для ленивых, потому что находка такая, потому что там подбираешь себе путем перебора именно те приемы, которые ты делаешь без всяких усилий, почти автоматом, потому что это естественное, потому что ты их подбираешь по критерию максимальной комфортности, чтобы новичок, который смотрит наше видео, сейчас понял, что не надо там так трудиться над собой. Именно потому этот метод называется самым простым и эффективным в мире и самым сверхскоростным, потому что он помогает, быстро перебирая приемы по полминутки-минутки, подобрать себе то, что тебе максимально комфортно, легко делать, не требует напряжения, никаких усилий. Я в каком-то ролике говорил, что никакие духовные практики нельзя делать с насилием над собой. Да. Это большая ошибка. Поэтому это так вот много практик, а мало что помогает. А помогает очевидным образом метод ключ, потому что он прост и эффективен. Кстати говоря, он в методическом руководстве по медицине так и написано, что самый простой эффективный метод саморегуляции ключ. И в учебнике для 10-11 классов профессора Матвеева. Покажи учебник. Вот здесь он. А, вот он, вот он, вот он. Там как раз несколько страниц с картинками, как раз таки часть метода ключ. Да, да, конечно, конечно, да. У меня, кстати, эту книгу я скоро дам почитать этому. Я сотрудничаю еще с одним этим. У нас тут есть техникум, когда я раньше, давно я в нем учился. Учился как раз тоже по дереву на столяра плотника. И я им сейчас, получилось так, что я им сейчас помогаю. Я им помогаю там станки настраивать, я проводил у них даже, они меня привлекали как независимого эксперта, я у них, у учеников экзамены принимал. То есть, этого. И вот, когда мастер заходил, увидел у меня, что здесь про физкультуру, и он говорил, дай мне обязательно ее почитать. Я говорю, конечно, да. Ну, конечно, конечно. А вот там у тебя еще защита от стресса стоит, вот синяя. Да. А там внизу, вот для всех, прочитай, что там внизу написано. Как сохранить и реализовать себя в современных условиях. Вот. Как сохранить и реализовать себя в современных условиях. А эта книжка еще 96-го года, по-моему. Да, ну и сейчас эта фраза прям очень актуальна. А, правильно. А вот смотри, там у тебя еще стоит последняя моя книжка. О,
это самое. Не-не-не, это Редера, это в Редера национальная идея России моя. В Редера каждый может взять, посмотреть. Да, а это... Нет, последняя, вот там желтенькая. А, последняя, не по... последняя... Да. По выпуску, да. Метод ключ от комнаты страха. Самое главное, прочитай, пожалуйста, для всех там одну фразу, которая написана. Заставь... работать на себя. Вот, заставь стресс работать на себя. Такого в мире тоже не было, потому что, оказывается, в стрессе, в страхе, в напряжении, там есть мощнейший потенциал. И этот потенциал каждый человек может с помощью упражнения разгрузка с перезагрузкой. А вебинар у нас будет через несколько дней. Я сегодня-завтра уже объявление сделаю, дату вебинара. И там можно выработать у себя очень быстро новый навык, чтобы любой стресс, который возникает неожиданно, что-то случилось, что-то сломалось, что-то ты распереживался, сердце ёкнуло, или позвонили, сказали неприятность, или в больницу попал. Любой стресс можно перевести сразу на создание произведения, на решение вопросов, которые ты никак не мог решить. Бытовые вопросы, денежные вопросы, творческие вопросы, изобретательские вопросы, любые вопросы. Как использовать энергию? Еще раз прочитай вот этот подзаголовочек. Поставь стресс работать на тебя. Во, вот это очень важно. Ну, оно действительно так вот. У меня уже это работает. Вот бывало вот прошлый раз, позапрошлый раз, когда вы написали, вы позвонили мне ВКонтакте, когда там, ну, по книге, по следующей-то. И получилось так, что я начинаю перезванивать, у меня что-то происходит с техникой. Просто вот телефон, компьютер. Да, начинаю искать зарядку от компьютера. Компьютер разрядился, зарядки нету. И повышается напряжение. Я понимаю, что вы там на том конце провода ждете. Многозадачник называется. Да, да. Когда одновременно у меня сразу включается как минимум 3-4 решения, как сделать это. А тем более я написал, что сейчас через минутку перезвоню, смотрю, уже 5 минут прошло, напряжение еще больше растет, и еще больше разных вариантов сразу находится. И потом... Слушай, ну очевидно, ты родился талантливым человеком. Ну что тут скажешь? Но дело в том, что и талантливые люди, они ведь переучены в современной школе в зависимости от педагогов. Есть талантливые педагоги с индивидуальным подходом. А в массовой школе, конечно, вышибают всем творческую часть мышления, заставляют работать на рефлексах подражания, повторяя, пока не получится. Говорят... индивидуальный подход нужен, а на деле говорят, делай как я или делай как Иван Сидорович. Ну, поэтому мы все рождаемся творческими, у нас геном творческий, потому что в нашем геноме содержится вся эволюция предшествующих поколений, которые подключаются как база данных, подключаются для решения вашей личной задачи, тогда, когда вы раскованы. А когда вы зажаты, когда у вас блоки сознания, штампы, стереотипы, страхи, и авторитеты, и когда блоки тела, то вы не можете как раз решать удачно, быстро задачи. Да. И обязательно это должен был повторить, чтобы люди поняли, особенно новички, потому что у нас в школе «Человек будущего» Homo Futurus на канале «Метод ключ Хасаэлиева». Но уже за 60 тысяч участников из разных стран мира. И там новые люди, ключ распространяется по миру, как цепная реакция. Но чтобы все понимали, о чем мы говорим. Потому что иногда бывает тоже по старому мышлению спрашивают, а дайте мне этот прием. А этот прием у меня не получается. Да мы же все время повторяем. Этот не получается, бери, что получается, перебирай. Подбирай, ищи, что тебе комфортнее. Мы же даем эти все разные варианты. Именно подбор развивает творческие возможности мозга. Ну да, человек просто зацикливается на одном, на чем-то и не видит. Да, это настолько странно бывает, потому что мы столько ликбезов бесплатно проводим. Там выходят в Zoom,
примеры показывают, как они справились с той или иной задачей, как они стресс снимают, как они стресс, как в ушу или там переводят на решение вопросов своих. Да, и при этом человек мне вдруг опять звонит и говорит, дайте мне этот прием, а то у меня не получается. Ну, смотрите ликбез, там же все объясняется. Ну да, просто надо им в разных состояниях смотреть. Потому что человек смотрит вот, в сильном напряжении и многого чего не видит. И не видит, потому что во время напряжения внимание суженное. Да, и он не видит. Поэтому ликбезы надо пересматривать несколько раз, потому что много информации, так много, да. Да, я поначалу, я слушал в основном и книги, то, что вот на сайте у вас брал, электронные, я переводил их в этот и ходил на работе и слушал в наушниках. Как раз таки я вот что и написал вам здесь в книжке-то там на... А, там есть на аудио, да, есть на аудио. И самая первая книжка моя «Ключ себе» 90-го года, когда Советский Союз узнал, что можно регулировать своим состоянием самостоятельно, в 90-м году. Она тоже на аудио тоже есть. И я вот тоже каждый раз переслушивая, еще что-то услышивал, еще что-то услышивал. И вот так вот постепенно, постепенно. А там у тебя издание Марининой. Марининой стоит издание. А где ты ее взял? У меня уже ее нету. Да. На Озон нашел. Да на ты Озон. Что? Да. Я постоянно, в общем, как сначала вообще нигде не мог никаких книжек найти. Ну, я постоянно каждый день заходил, каждый день писал, писал, писал. Потом раз. Сначала первая книжка появилась вот эта вот. Ну да, это Феникс, издательство Феникс, это давно тоже было, да. Самое интересное, оказывалось так, что я забирал, вот эту книжку тоже забрал, она в единственном экземпляре была, то есть там кто-то бэушную выставил. Эту книжку тоже в единственном. Эти есть еще там. Ну, это Родера, еще раз да, покажи. Да, да. Вот это, где Ангел Трубач, моя картина на обложке. Да, поближе покажи, пожалуйста, всем. Называется «Национальная идея России. Генератор будущего». На обороте тоже покажи обложку. Да. И там написано, что мир состоит из Запада и Востока, как ментальности культур, первичности материальных ценностей и первичности духовных ценностей. Ну и когда пошел вот этот крен глобализма на то, что материальные ценности первичные, если ты умный, где твои ценности, поэтому мир разваливается, потому что Россия может согласовать ментальности культур Запада и Востока, потому что много многонациональных семей, которые одинаково хорошо чувствуют ментальность Запада и ментальность Востока. И там написаны шаги, что для этого нужно сделать. И это достаточно просто, как ключ. Это так просто, что даже поэтому и в голову не приходят. Да, и тогда сократятся кризисы и войны, и всякие пандемии. Да, поэтому, кто не видел, пусть заглянет в Редера с этим названием, там как раз она есть. Сейчас же очень много ищут идею, говорят, национальная идея нужна, нужна идеология, как справляться с неопределенностью. Да, она уже давно она написана. Здесь, рядом. Да, конечно. Вот поэтому у нас так и бывает, когда ты с человеком встречаешься 10 раз, а потом в 11 раз встретился и вдруг о чем-то заговорили, а оказалось, он это давно знает, а что ж ты его раньше не спросил? В голову не приходило. А бывает так еще, говорят, а что ж ты раньше не говорил? Да говорил, просто ты не слышал об этом. Ты не слышал, да, ты не слышал, да. Один раз говорил. Да. Константин, спасибо тебе огромное, что ты вышел ко мне на связь, потому что мы обычно общаемся с тобой не для общего обозрения. Но ты выставлял там свои ролики, я рекомендую всем посмотреть и «Поезд мечты», и другие ролики Константина Михайлова. Это очень талантливый человек, как вы сами видите, и как он правильно сказал, что я вначале и был такой, когда был в детстве, а потом как бы переучился. Мы все такие, которые мы рождаемся человеками, а потом то ли агрессивное воспитание, то ли нам дали по башке, то ли нам говорили, что зачем ты этим занимаешься, кому это надо, перевоспитали. А ключ помогает быстро открыть себе снова Творца и поднять свой уровень на новую планку своих целей.
Спасибо тебе, Константин. Вам спасибо, Хасан Магомедович. До встречи. Счастливо.